Мусульмане Мордовии давно уделяют большое внимание развитию спорта. Общины из разных районов республики вот уже более 10 лет регулярно проводят соревнования по футболу, волейболу, хоккею. В этом году новый турнир. На этот раз по настольному теннису. Впервые в Республике Мордовия мы запланировали турнир по настольному теннису. И собралось сегодня у нас более 16 махалле. И каждый махалле играет по 3 человека. В общей сложности более 50 участников, которые будут сразиться в первом турнире по настольному теннису на Кубок Муфтията Республики Мордовия. Участники соревнований, вне зависимости от возраста и игрового мастерства, получили удовольствие от взаимного общения. Все собирались, играют в теннис, прям ведут здоровый образ жизни. Мы приехали с села Алтар Мадамского района, с мечеть Нур Альхамдуллахи. Спасибо всем, что организовали вот такой матч. Однако, если в настольном теннисе мусульмане делают первые шаги, то волейбольная команда уже не первый год участвует в самом представительном турнире в республике. Открытый чемпионат города мы проводим 35-й раз, начиная с 83-го года. В соревнованиях постоянно участвовали и детские команды, и взрослые промышленные предприятия. Сейчас в нашем чемпионате участвует 18 команд. Команда «Ансар» второй год выступает, и первый год они присматривались, смотрели, как другие играют. И в этом году уже выигрывает партии, которые очень позитивно влияют на команду. По мнению капитана команды Марата Салимова, участие в подобных турнирах уже успех для молодой команды. Наша команда уже второй год принимает участие в открытом первенстве Саранска по волейболу. Можно сказать, этот турнир собирает самые лучшие команды любительского уровня в Республике Мордовия. И, конечно же, у нас побед пока немного, но для нас победа уже само участие в этом турнире, который действительно высокий уровень волейбола. Кроме того, в этом году у нас участвует не одна мусульманская команда, а две наши братья села Белозерье также собрали команду, они активно тренируются. Большинство команд на этом турнире значительно сильнее нас, но, как знает любой спортсмен, рост профессиональный, спортивный, бывает только, когда встречаешься с более сильным соперником. Сегодня победа досталась мусульманской команде, но проигравших не было. Красивый спорт и здоровый образ жизни оставляют всех победителями. Равиль Алтынбаев, Марат Салимов. Специально для Нур ТВ. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.